Добрый день, с вами магазин «Юный папа». Сегодня у нас на обзоре радиоуправляемая обезьяна, артикул модели INT-K12. Данная модель позиционируется как игрушка для возраста от 3 лет. Данная модель управляется с пульта управления, работает на аккумуляторе, пульт управления работает на батарейках. Давайте откроем данную модель и посмотрим, что же там внутри. В комплект поставки входит аккумулятор. Аккумулятор у нас идет 3,7 вольта 600 миллиампер литий-ионного типа. Зарядное устройство. Сама обезьянка. Пульт управления. И отверточка. Также инструкция. Инструкция идет на английском языке. Для начала игры нам потребуется установить батарейки. Обращаем ваше внимание, батареечки в комплект не входят. Мы заранее их подготовили. Сейчас я вам покажу. Вот. Здесь установлены две мизинчиковые батарейки формата 3А. Рекомендую сразу заранее приобрести. Также перед первым использованием зарядите аккумулятор. Здесь зарядное устройство, оно выдает 400 мАч. Аккумулятор у вас на 600 мА, то есть полного зарядки, полностью данное зарядное устройство зарядит данный аккумулятор примерно за час 20 минут. Давайте установим аккумулятор. Аккуратно распределяйте провода, чтобы их не пережало. Это в дальнейшем может повлиять на работоспособность аккумулятора. Все, закрыли. После установки батареек у вас пульт включается моментально. Проверить работу можно по загорающемуся светодиоду, когда вы нажимаете непосредственно на любую кнопку. Кнопка включения у модели находится посередине. Включаем модель. Автоматически при включении модели включается демо-режим. То есть модель, обезьянка показывает все функции, на которые она способна выполнить. Подробнее давайте рассмотрим пульт управления. Сначала обратим внимание на верхнюю часть. Сверху есть две кнопки регулировки звука. То есть при желании можно звук достаточно сильно уменьшить, потому что обезьянка в некоторые моменты, особенно при, когда она исполняет какие-то композиции, она очень громкая. Вот. Верхние клавиши отвечают за непосредственно движение обезьянки вперед-назад. Вот. Влево движение. Обезьянка движется влево-вправо.
Тихо. Обезьянка достаточно сумасшедшая. Вот, это отдельная кнопка для запуска демо-режима. Вот. Всегда можно погромче сделать громкость. Вот, любую команду можно прерывать кнопкой паузы, как на обычном телевизионном пульте. Вот, далее непосредственно нижняя часть, обратим внимание на нижнюю часть. Левая, начиная с левой кнопки, это, соответственно, обезьянка встает, так сказать, стандартно свою. Позицию. Вот. Правая кнопка, обезьянка может встать на голову. Опа. Достаточно мало места. Оп. Кувырок. Тихо. Места достаточно мало. Обезьянка очень такая веселая. Левая нижняя клавиша, соответственно, посадить обезьянку. Вот. Правая данная кнопка, она отвечает за отжимание. Вот, если вы планируете заняться спортом, обезьянка вам в этом поможет. Она будет с вами отжиматься. Вот. Переведем обезьянку в сидящее положение. Вот. И непосредственно также есть набор различных песен. Обезьянка во время песни начинает танцевать, энергично двигать задней частью. Опа. Опять же, немножко ее приходится поддерживать. Это рекомендуется делать, конечно, на полу. Непосредственно следующая песенка. Обратите внимание, все это обезьянка делает сама. Я лишь ее немножко поддерживаю, чтобы она не свалилась. Вот. И третья песенка. Мелодии достаточно современные, позитивные. Вот. Непосредственно также присутствуют дополнительные клавиши. Здесь можно непосредственно петь караоке. Вот, по заверению производителя, но пока полностью не разобрались с управлением данной модели. Вот, также есть дополнительная кнопка на программирование. То есть вы можете самостоятельно запрограммировать действия данной модели, и она при нажатии на повторную кнопку, также программирование, она начнет выполнять все данные команды. Данная кнопочка, она... Не будем показывать данные на видео, но я думаю, вам понятно. Обезьянка издаст очень неприличные звуки. Я думаю, вашим детям заставит вас и ваших детей смеяться. Теперь непосредственно давайте замерим ее. Многих интересует размер модели. В сидячем положении длина модели составляет порядка 30 сантиметров. Ширина 28 сантиметров. Так. Тихо. Вот. Ширина порядка где-то 20 сантиметров. То есть обезьянка достаточно крупная, хоть это незаметно на видео. Вот обезьянка поставляется в таких шикарных черных очках. При желании эти очки можно снять, и она превращается в очень милую такую достаточно зверушку. С вами был магазин «Юный папа». Оставляйте ваши комментарии под данным видео. Постараемся на них ответить. Всего вам доброго. До новых встреч.